Отлично. Готовится дело разогревать 3 минут. Заберите, пожалуйста. У меня будет 3 утра, он нагревать и дома здорово. А что такое? Не успела даже. Что хочешь, Стас, 50 лет курения? 50 лет. 50 лет. У меня было еще. Сколько тебе лет? 40? Мне? Да. 53. О, пацан ты еще. Я знаешь, как он? Даже в школе не ходил на курить. Курить на курить, на что-то время. Нет, тогда я не имел материал, я здесь получил. Ну, все равно, в школу не ходил, не курил. Курил, да? В школу ходил. А школа. Я 5 лет бросил, а мне даже не курил. Потом опять начал. 2 года, 7 лет. 14. 4, 14, 7, сколько будет? 40 лет. 40 лет курил. 40 лет. И я курил, все попало. Я тоже курил. Когда маленький был, блин, пучки. Поехали. Так, это называется станция? Янаул. Янаул? У меня это одноклассник, брат, лесником работал. Лес продавал все. Он всегда воровал у брата, старшего брата. Попал, родов и всякие крути сигареты. И это при... Плиска были, сигареты хорошие, да. Маленькие такие коробочки. А, плиска? Плиска, да. О, помню, да. Шибко. Ну, он плиска не курил, он самый плотный. А с счет него мы плотнее курили. А метр куришь, два бросаешь, курил? А? Метр куришь, два бросаешь, курил? Метр куришь, два бросаешь. Ну, потом это, если сигареты, метр куришь, два раскуриваешь. Нет, это папиросы, метр куришь, два бросаешь. Беломор, да? Беломор, да, это прибой. Север. Аврора был. Север я не застал. Аврора я курил. Герцеговина плотная. Герцеговина. Касса курил, да, блин? Герцеговина. Вот узнаешь поезд такие вещи. Поздно признает, да? Они сейчас с табакой были. Раньше чистый табак был, а сейчас они не табак уже. Они сейчас пили. Сейчас на секрете, сейчас бумага. Они берут уже вон это, которое, бля, из себя. Его чем-то обрабатывают и курить, тебе надо делать. Чем? Бумагу обрабатывают и когда. Ну ты мерит его верно сам. Выдержит. Вот я себя. Ну это же чистый табак. Вот я себе не нахожу. А что здесь? Ну, Статеса, Апал, Радоби, Погоди, Мега, Аэрофлор. Вот. Да.
Апостол потом уже. Аполлон. Аполлон потом уже они вышли. Они потом вышли. Это не видно. А, вот. Запомнил. С повязкой, да, вот это? Ты в армии Деникина был или это? Или Колчака? Это вот смотришь от передача, да? Как эти немцы, Россия, да, в России, как друг к другу ходят, да? Не воюют они. Сколько денег, а какой-то праздник был. Так металл мира был. Они, короче, с нас они что-то с душевкой, что ли. Ну, короче, они друг друга. А эту душевку дает, другой там это дает. Да, что-то шнапсом меняли. Да, шнапсом меняли. Они не стреляли, военный пришел, это большой это капитан, что ли, или там командир взвод, что ли, что-то там, короче. Давай тут. Они не хотят воевать. И взял потом немца. Свои, да, военного, прямо пристрелил башку, отдавайте, и после этого начал опять воевать. Да? Они вот тоже, вот сколько дней, вот какой-то праздник был, я не помню, Пасха был, что ли, или что-то, я не помню. Они сколько не воевали? Образ Байрам. А? Забыл. А, ну образ Байрам. Не, они серьезно говорят, это вот, я смотрю там, блин. Я что-то помню, да, такой фильм. Я удивляюсь, блин, как вот так, продолжение о том, что я рассказал. Через гаражи. Как так можно, да? Ну, он взял имя свое, приступил, да, и начал опять. Ну, идиоты, говорю, это все потом им там. Вот он, Патрик Гурович. Трамвай ты рассказывал, я вспомнил одного этого мужика. Короче, мы едем, и сидит один пьяный зимой. Сидит один пьяный за сил вот этот. Он так трамвай остановил, он встал, говорит, сейчас я шапку снял, положил, что никто не заметил. И пошел за трамваем. Трамвай взял, ушел, сколько сидел. Я взял, еще положил всему, что никто не занял, и пошел посадку. Нормальный расход, да. И взял трамвай, уехал. Вот я что делаю, да? Вот ничего на хмаре. Еще ему что-то догадываться, блядь, что положил, что никто не занял. Ушел, занял трамвай. Еще не хочет назад свое место потерять. Это вообще вот это YouTube смотришь, да? Пьяно на аэропорт. Казахстан. Пьяно на аэропорт. Куда одну что-то ездишь, как стоит. Он ушел обратно. Сам устроил, сам ушел обратно. Есть, да, интернет? Так, там зарядка есть, да? Там ставили, да? Стоит, да. Я чуть-чуть дала мне зарядка.
Алексей, у тебя там места нет? Чтобы зародить. Чем? Вот твои ясочки такой. Кто? Аккумулятор куда? И вот аккумулятор. Ну, довольно потянет. Можно. А? Можно. Можно, да? Чуть-чуть. Немного. Не дам. Не дашь, да? Весь день нужно снимать. Я узнал, что ты хороший человек. Да. Я все об этом говорю. Есть, есть, дам, не дам. Мне много не надо. Да может, в соседнем купе свободная розетка. Какой сосед? Во втором купе свободная розетка. Еще мы с соседом кафе? Или где? Здесь каждый соседний вагон. Это научится по-русски разговаривать. В 20-м вагоне там. Хорошо. У нас это. Пономарев, Пономарев. Надо купить, покупать самогонный аппарат. Это на Урале брал самогонный аппарат? Да, ты что? И большой нет? Большой брал, 20-метровый. Там занято уже. Конечно, я давно узнал. Там твоя твоя. У тебя там USB, да? USB это такой? Нет. Нет, это такой? Так, и сколько стоит 20 литровый? Да? С этими? С двойной перегонкой, да? Там двойки стоят. С двойной перегонкой и стойниками. Да. Этот, без запаха, без ничего? Они, не, я понюхаю просто. Никогда не скажу, Да ладно. Что такое? Вода минеральная. Это вот я почему спрашиваю, я хочу взять аппарат и гнать эту незамерзайку зимой. Что такое это? Переводить. Нет, серьезно. Стрессоустойчивая война. А? Я в прошлом году ехал с моря. Я купил. У меня все соседи, плюс глава администрации уже покупали. А за Москвы есть? Сколько стоит такой аппарат? Стоил? Ну, надо это самое, или ехать, или в интернете. Маленькие-то ехали по дороге, там же там еще там на чепке стоят. Там, начиная от Симы и кончая там, я не знаю. Симе, вот я не помню, наверх понять. Карпачёва там. Это полно, блин, продают по дороге, да. Я просто услышал с моря, на юге, что вот там взяли. В общем, вот. И там, как на Урал зашел. Это разбабили уже, да? В магазине покупаешь этот самогонный аппарат. Он же там, ну, такой, как фольга. А этот сваренный нержавейки. Это разбавленный водой, нет? Что? Водой. Нет, он выдержит так сделан. Все, вот. Я так не понял, с чего. Вот вещь. Что такое? Что такое? Самогон. 45. Она не замерзнет. Этот, не замерзай, как не замерзайку использую. Как не замерзайку хочу использовать. Вот. Больше не продукт. Не, извращение какой-то. Не, серьезно. Это вот этот вариант. И в Москве можно это использовать для. А сколько стоит вот полтора литра? Ну, я думаю, рубля 2-3. А сколько обошлось? В деньгах примерно выгнать вот такую бутылку. Это ну, спирт или там, я не знаю. У нас, да, по 150 продают. Не, продают, а вот себестоимость я имею в виду. Себестоимость, да там копейки, что-то сахар дешевый, что-то 35 рублей. Алексей. Пшеницу. Алексей. Что там больше? Там копейки. Алексей. Знаешь, куда надо идти? Самогонный аппарат взят. Самогонный аппарат взят. Надо ехать или в Милот, до меня есть карабан. Или в Баку, да? Я знаю. Вот, деньги тебе дам, ты привезешь. Слива на улице растут.
А, ну это да. Шахтинск. А вы куда едете? Абрикосы на улице Сарус. Здравствуйте. Я пишу ГГ. А мне не вода не за гектарь. Пожалуйста, это сколько гонит. Там чего нету? Там брошенные огороды. Возле нашего дома брошенные сады. Яблоки, груши. Что там еще есть? Яблоки. Там просто этот, падают на землю. Бомжи приходят, собирают и сот на рынок продают. То есть там Шахтинск, ты Шахтинск, сколько абрикосы не найдешь нигде. Даже на рынке нет. Абрикосы берут? Там на улице растут. Потом смотришь. Поезд заходит, за 100 рублей продавали ведро абрикосов. За 100 рублей. А мимода, вот слива вот такая. На улице растут, никто не собирает. Вот где. А мы здесь покупаем. Вот этот самогон аппарат, где есть такие, другие есть. Нет, самогонные аппараты продают этот в интернете. Надо посмотреть, большой не надо. Зачем Уралы надо выбрать? Зачем интернет тебе? Урал вот полно, вот. Так его везти еще оттуда надо, до Москвы. А что, везти поезд везет? Нас, нет, например, чего же? Нет, там в интернете. Какой запрещено? Я кто сказал? Запрещено. Нет, для продажи запрещено. А во? Самогон продавать. Но самогон запрещено, аппарат-то не запрещено. Нет, пожалуйста, это дистиллятор. Обыкновенный дистиллятор. Я взял вот поездом, видишь, положил что-то. Там разные, надо самому выбрать. Разные. Чтобы легко можно было мыть его. Везде продает, даже хостовары продает. Хостовары. Ну, самый дешевле, качественно будет, самый лучше дешевле. И самый, какой понравится, прямо можешь Урал купить. Есть семена, там полно. А если... Секунду, не знаешь, какая еще идея появилась? Создать интернет-магазин, покупать на Урале, самогонный аппарат? Самогонный аппарат? Ты думаешь, там нет, что ли, в Москве? Нет, их, они дешевле в интернете, чем на Урале. Да? Я, да, же, они... я же мониторил все это. Может, по качеству? Нет. Нет, там, во-первых, там толщина там металла, выбор, оказывается. Выбор больше в Урале. Выбор. Это раз, толщина металла раз. Второе, значит, крышка должна, ну, широкая быть, чтобы можно было внутри потом помыть ее. Есть маленькие горлышки, да, вот такие, есть большие горлышки. Вот это практичное, которое нужно брать, и я проверял, смотрел там в интернете даже там дешевле. Где? Где надо гнать? Вот я где сказал? Вот там надо ну да, там, где много деревня, где картошка, рис, или вот сады, где... Пожалуйста, там можно а потом его везти, бля, просто. Нет, я говорю, надо в интернете брать. Ух ты, это, смотрите, как это. Нет, это? Имею в виду самогона везти. Красиво, смотри. А, что это, блин? Урале надо выбрать. В интернете дешевле и качественнее. Еще подожди. Интернет вот у нас Пономарев заказал что-то. Его одну правильно отправили, а второй дорого. И в магазине дешевле. И вообще другое отправили. На видишь? Рынках под Москвой этих самогонных аппаратов как грязи. Там выбирать одно. Ну да, вот я говорю, там вот посмотреть, просто выбрать такой. Есть обычная, ну, вода хвостная. Зачем тебе минеральная вода? Самогон, если есть. Самогон на бартере сделает. Что там, скоро восстановка, да? Под матрас. Да, да, да. Сутовник водка самогон. Какой сутовника? Да. Да. А нравится тебе? Нет. А ты где его пил? В Бухаре. Где? Бухара. Бухара? Есть такой город возле Казани. Да? Не серьезно? Да. А почему не понравится тебе?
того, что водка лучше. Оно, знаешь, не то. Ну, вот, может, неправильно гнали там. Не то. Я пил азербайджанское вино домашнее. Но. Вот это было вино. Ну да, как. Вино, да. Голова соображает, ноги не работают. Много не идет. Было такое. Потом головой думаю, что с ним случилось, зачем он не идет, да? Ну, пьешь как воду, такой, ну, без, ну, да, она как никотина, вода, да? Ну, сок. Надо много пить. Сок. Много надо пить. Ну, мы много выпили, 3 литра хвойного. Бывает, наверное, на двоих, да? Одного. Одного, да, вот да, вот, как вода, да. Вазген у нас это, знакомый был. Вазген? Вазген. А, Вазген, армянский мир. Армянская? Да. Но все равно Азербайджан. Хороший, да, парень. Он это Азербайджан, да, они все так говорят, что кто жил в Азербайджане, все хотят туда возвращаться. Много возвращались там. Журналисты сколько там. О, как... это давно было. Это в начале 69-й, может быть. 35 тысяч армян живут по тут. 35 тысяч. Серьезно? Армян живут по тут. До сих пор они их принимают. Кто беженцы по политике, кто что, туда принимают. Так что решение вопроса Карабаха только политическое. Только политическое. Это забыть об этом на 100, на 200 лет. Да папа знает, что будет там. Конечно, никто не хотел, если бывает об этом. Да что такое, а? Это же мы не знаем, что будет там. Война будет, люди погибают. Дай бог, война. Ну, она может спокойно, понимаешь? Если спокойно, то это война, она никто не остановит ее. Слушай, ну это жрет, блин, регистратор эфира. Ну так же не дал заряд. А этот? Я по ушам ездил нам. Да. Жалко чего. Электроэнергия, да? Дорого стоит. Там, как говорят, выключалка. Выключалка. У тебя нет что ли? Аккумулятор нет тебе? Есть. Дай. Я сам бегаю в розетку. Китайцы продают эти динамо машины для зарядки телефона. Ты купишь? А? Велосипеду? Не, зачем, рукой крутишь, она это самое вырабатывает. Там конденсатор, он заряжает. Как этот фонарик. Да, наподобие этого. Вообще китайцы молодцы. О чем только не подумаешь, не у них уже есть. Их много. Ну что, 1,5 миллиарда? Население земного шара столько? 4 миллиарда. Китайцев миллиард. Каждый четвертый китаец. Больше миллиарда. Раз, два, три, четыре. Больше миллиарда. Больше миллиарда. Ну, я так это грубо. Легко посчитать. Ну, 2,5 миллиарда, что ли, сколько? Потом Индия, да, потом? Да. Потом Индия, да. Молодец, китайцы, молодцы. Каждый четвертый китаец, каждый пятый индиец. Индиец. Самогон на парад возьмешь, самогон позвонишь, поедем. Кавказ. Нет, нам для этого нужно. Для не замерзать эта машина. Лобовое стекло. Нет, зачем? Да она замерзает при минус 5 градусах. А, не замерзает, это подделка много же сейчас. Один найдешь нормальный. Мы брали в этом.
в магазине. Да, да, сейчас есть. Вот. Фирменная, все там стоит. Написано минус 20. При минус 10 она замерзла. Да, да, есть. Они сейчас подделка много делают. Поэтому вот если делать только своими руками. Вот водка, она не замерзла. А соленая вода, она с корпитана, да? Ну да, она там разводы отставит на этом. Нет, соленая. А если спирт взять, спиртом воду перемешал? Ну, 96 градусов спирт. Вот там курит взял. На половину воды налил. Вот. Нет, подожди. На с одной фанфирку сколько литров можно туда дать? Бачок? Да. 3 литра. 3 литра выдержит, а вот одну фанфирку. Нет, я говорю, выгнать самогон, смешать с водой и использовать как не замерзает. Стеклом. Это уже 3,40 обладился. Почему? Вот же сейчас я спрашивал, он сказал, что там порядка 30 рублей литр. 30 рублей литр. Мы покупаем 3 литра, там 100 рублей. Вот, а литр взял, пожалуйста. А тебе не жалко будет самогон туда надо? Нет, мне не жалко. Сам деле, да. Потому что едешь, она размазывает по стеклу, грязь, там, лед и все. Ничего не видно. Да, это самый хороший голод. И предлагать этим партнерам. Видишь, и запаха ничего нет. Ну да, запах. Добавить одеколон немножко. Запах. Или это, да, запах. Колеса запах клубники накачаем. А вон что куда-то приехали. Сейчас будем долго стоять. Яновол? А хрыс уже вот. Был Яновол? А хрыс. Почему? А грыз что ли приехал? А грыз, да. Надо вставать, блин, собраться. Да, давай, собирай, я тут просто повезло. Зарядка надо чуть-чуть. Вон какие домики отправили. Я сел. Да, хорошая идея. Я однажды ехал, купил на трассе незамерзайку. Залил, проехал, наверное, километра 2-3. Запах самогонки, ну, хреновая самогонка была, и какой-то еще ароматизатор, можно было сдохнуть. Я рассказывал тебе. Наверное, кто-то еще туда посрал. Нет, там просто это, слишком грязная самогонка, видать, была. Это двойной чистки. Без запаха. А там это... И сколько через такой аппарат можно выйти, знаете? Когда он может сработать? Аппарат? 100 лет, если взять эту нормальную станцию. То есть там нет каких-то... Нет, конечно. Нет. Там, я говорю, вот двойная перегонка, у нее два бачка, да? Сначала через обмен проходит, там оседают сивушные масла, потом вторая, там кладут туда, ну, мяту можно положить, что-нибудь такое еще. Вот, двойная очистка, и на выходе вот такой вот без запаха продукт получается. Давайте, на ее же запрещено, да? Продавать запрещено. А для себя, пожалуйста, пейте, залейте. Вот чем займусь я. Это, вот это я взял, замерзай, ехал, и брызги, оказывается, мороз. Да? Я встал, потом смотрю, говорю, оказывается, он это подделка, без запаха, без ничего. Да. Вот он 5-10 градусов. Да. Поэтому вот брать не на трассе, там вообще там написано минус 30, при минус 10 мерзнет. Ну что это такое? Сколько один литр? Вот он сейчас говорил, 30 рублей литр. Нет, своего времени. А, я не знаю. Да, я не знаю, там сколько она стоит. Несколько дней она стоит, бродит, а потом уже... Да в этом инструкции, в интернете, там все написано, там уже... Просто сколько ты будешь делать одну пятилитровую? Месяц? Почему нет? Что ты? Она бродит там все это время, а потом перегоняется там в течение, может быть, 2-3 часов, ну 4 часа, может быть. Перегнал и все. Я просто перевожу это уже. 96 градусов. Да. У тебя спирт. Я
разные варианты есть. Есть варианты охлаждения водой холодной, есть варианты охлаждения воздухом, есть варианты охлаждения, вода циркулирует, это, ну, извини, чтобы не расходовать воду, проточную. В деревнях можно как, змеевик вытащил на улицу зимой, вот у тебя готовый, не надо ничего, вот она как-то на печке стоит, она греется. Я говорю, вот предложи таким вот компаниям, да, на зиму, вот возьмите для теста, попробуйте. И стоимость не то, что в магазине там 300 рублей. Это, знаешь, градусов. Ну, не спиртометр. Набиваешь туда. Будешь к мяту самого. Отправить меня, я тебе нельзя между как отправить. Хорошо. Партия. Хорошо. Ладно. Опускаю спиртометр, и он это, в зависимости, насколько утонул, он показывает крепость. Вот эти его. До 90. Его сколько перегон делаешь? Два? Один. Пока хочет. Не, подожди. Нет, там если там два этих стоит. Подожди. Его один перегон делаешь, он уже клип к нему ходит. Второй перегон. Подожди, второй перегон. Ну я не знаю, я не знаю. У него вода. Вот эта вода не выйдет вообще. Второй перегон, вроде бы вода спит, не замечаешь. Ты уже будешь его пинать, чистить. Ты его с водой уже. Будешь мешать, он же как говно стоит. Нет, там главное, чтобы запаха не было. Пусть один перегон, но без запаха. Без запаха свежих масел. Будет без запаха самого, всегда с запахом. Вот сейчас ты нюхал? А есть все равно запах. Вот. Есть само чуть-чуть. Ну, добавить этот, клубники туда, малины, неважно да, что. Подожди. Обычно марганцовка бросаешь туда, она осадок дает. Да, она осадок дает. И еще можешь сделать что? Лимон. Лимон. Апельсин. Корки. Да, апельсин корки. Туда бросаешь, он такой желтый, как коньяк становится. Не, ну нам не пить ее, нам для автомобиля. Почему не пить? Да не хочу пить. Можно и для пить. Ну ты же не будешь там 100 литров пить, например. Зачем 100 литров? Главное заготовить самогонку на зиму. А корова замерзла. Сиди война, чисто натурально порадуйся. На зиму приготовить этот, этой самогонки, чтобы не было проблем с умывателем, с стеклом. Вот основная цель. Я не знаю, мало бы опять запахом замерзает. И брызгает, потом устал где-то были брызгать. Сейчас он шланг замерзает. Да, шланги замерзает он. Из-за этого и дорога ни хрена не видно, и солнце там слепит. Это очень важный момент, и у нас все это на самотек пущено. Чем быстрее пообедаем, тем быстрее придет. Ну, самого будем место пить, да? Yes. Так. Да. Сейчас остальные не будем пить. Так, я пошел сейчас на зарядку. Куда пошел сейчас? Не, там место. Одни фраги, да? Одну враги. Товарищ Алиев, не дадите что ли?
Не, ну товарищу Алиеву, конечно. Товарищ Алиев он там, ему не надо зарядить. Себе на родину. Видишь, у него жена стал вице-президентом. Его? Да, я Алиева жена. Так надо. Умная женщина. Ну да, она умная. Он думает, он управляет страной. Умная женщина. Алиева жена, Пейдер Алиева, был из Алика, из Дагестана. Из Дагестана. Пришел бы на власть, то я бы пиздец был в Азербайджане. Прямо так. Да, они стали бы как эти разбудились вообще не сколько сейчас. Вот это отец. Не он, отец. Остановил все. Аплант. Оккупант. Или нокаут. Не, аккуант, что такое аккуант? Я не стараюсь, есть. Аккаунт. 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 Что такое аккаунт? Это ресурс в интернете. Ты для чего? Ну, что ты еще хотел, там то и делал. Я могу деньги зарабатывать? Пожалуйста. А будут твои деньги себе выкачивать? Конечно, можешь. Конечно. Заплати мне. Как это было по телевизору, по газете почитал, мальчик один на свет. 10 миллионов, блин, куда? 30 миллионов, блин, на свет. У папы? А? У папы? Нет, в магазине. Как он аккуратно, блядь? Нашли его? Конечно, нашли. Ну, значит, не украл. Взял во время нашел. Да. Как вы? Сейчас смотри, дети какой, да? Дети какие. Один Путин были бы что-то знал. У него телефона нет. Вот как раз он не будет знать. Хотя бы 1,2 миллиона. Ну, российского. Что он его, даже он не будет знать, да? 1,2 миллиона, что ты для него? Слышите, да? Потом смс-ки пишет. Слышите, да? Потом Алексей смс-ки пишет, спасибо, господин дорогой Путин. Ну, я немного денег взял. Дверь открывается. Пожалуйста, бери, брат. Ну, спасибо, да. Немного взял. Немного. 2 миллиона, что это по российским деньгам. Вообще, все мешано дверь. Он даже не будет там трогать тебя, да? Ну да. Конечно, уже так не делай. Скажешь, нельзя, ай-яй-яй. Уже нельзя, так не делай, много не бери. Понемножку бери. Да.
зачем его 2 миллиона дальше? Ну это 2 миллиона. Как один ездит, с акцентом разговаривает Путин, я господин Путин говорит. Вот я с кем-то работал, говорят, вот они меня еле-еле разговаривают, он говорит, что они на России, вот там. Ну какой-то будет смешно разговаривать еще. И говорят, мне говорят, чего не ли, блин, не знаю, что ты так, блин, говорит, что помогите мне что-то. Ну, все это деньги везет, да. А они его не дают, уже ем смотрят, да, вот это вот что. Он такие вещи не смотрит. Надо у него смотреть. Есть команда, которая... Здесь есть, если насколько хватит. То есть он здесь. Вот так. А, вот. Господин Владимир Владимирович Путин, я вас беспокою. Алмар Зейналов, я граждан России. У меня трое детей много лет на отец. Да. Мой партнер, господин Салман Аббасович, мой деньги не дает. Да, он меня обманывает, он меня шантажирует. Я с ним 20 лет работал, он на мои деньги покупал. У него партнер есть Митей, с ним Холливуд ресторан строит. Господин Владимир Владимирович Путин, я вас прошу, я хочу, что я скоро перейду Петровка 38, генерала прокуратуру. Я хочу, чтобы приказ дали, мои дела решили. Я много лет отец, ребенок, граждан России. Это Салман, господин Зейналов, Аббасович. Пожалуйста, через суд мы все решим. Спасибо, господин Владимир Владимирович Путин. Я очень прошу. Спасибо, дорогой. Я всегда за вас. Я вас уважаю и люблю. Да ничего спасибо. Страшного. Я просто, видишь, я выйду раньше. Я не люблю. Деньги даст, я люблю. Да. Деньги, да, я люблю. Чать дочку. Я буду. Я в 13.22 выхожу и с ним до Казани. Да, это все, да, правильно. Сам домой идешь деньгами. Ты это, свои хомуты не раскидывай? Нет, они это испорчены уже. Поэтому как Путин уволили, да? Да. Ну, он на Кировском. А, да, вот, да. Голливуд ресторан стоит? В Голливуде ресторан. Да, наверное, да. Путин отъел от нечего, да? Ну да, Путин будет искать этого. Да не вопрос. Путин отъел от нечего, ёбан. Не знаю, чего. 20 лет это ему в мозге крутило, только сейчас понял. 20 лет он с ним работал, ага. Только сейчас понял, что его кинули, обманули. Такое, ну, все, да, сам звонимся там на месте. Ну, ориентировочно там, 4 там, 4 до 5. А что, что там? Я же твой сосед. Все, Тимич, давай, до встречи. Как мне причина на меня? Так. Твой сосед я. Это плохо. Ну что больше делать? Сколько уже? Алло! Вот когда ресторан строит, да, говорит. У меня что-то по-русски так сложно. Плохо, хуже меня разговаривает. В Америке хотят, чтобы Путин был президентом Америки. Кто-кто? Американцы хотят, чтобы Путин был президентом Америки. Америка? Ну, приведите к нам, наведите порядок. А? Да. Кто сказал? Американцы. Ага. Так. Там порядок нет, что ли? Да, я моя.